Sì. Oh no, Frenzy. No, no. Этот фильм посвящается Португалии, первому посещению нашему Соли. Страна, конечно, очень интересная. Так же, как и люди, так же, как и язык, а тем более природа Атлантики. И мой рассвет. Да. Иди, иди. Это очень дорогие штуки, наверное. 50 евро. Это какая-то дворняга смесь с биглем. Да. Старый. Ой. Добрый пес. Я не успел на солнце нагреться, но классно ныряю, все хорошо плаваю. Но вот я плавать начал, я чувствую, у меня голова так твердая. Ванью. Да, вчера было теплее в воздухе теплее, и водичка. И вода была теплее вчера. Ех. Ну плавать можно, вообще плавать можно и. Ну здесь такое место удачное. Да, вот здесь вообще песочек. Вот mm-hmm. Я ныряю под ногами песочек, хорошо. О, какая большая волна. Ой-ой-ой. Волна идет, такая большая. Надо под нее нырять. Они сопротивляются и подогревают. Ну да. Ты ныряешь, а потом плывешь, пока она отойдет, и ты выходишь ногами и все.
прекрасный городок Сан-Педро-де-Нуэль. Маяком. Маяком. Идем там сфоткаемся. Это океан. Идем туда. Свет погаснет. Да. Даже там не видно. Сверху еще горит. Это же серферы пошли домой. Серферы пошли домой, да. Да. В ресторане мы кушали великолепные спагетти, паста с морепродуктами, с волшебным секретным соусом, с апельсиновым фрешем и натуральным вином, белым сухим.